Александров на синюю линию. Мячков наброс попадает в Мае. И пустые ворота перед Лайпцигом. Секунды-то тают. И все-таки успевает Лайпциг бросить в пустые и забросить в четвертую. Качок. Без клюшки там тут условато. Бросок заблокирован. Снова шайба. Еще бросок. Забили. Рид Буше забил за минуту 12 до конца третьего периода. Это 2-1. Уже вчетвером. Да, уже вчетвером. Еще один бросок и гол. И гол забрасывает Спунер. Да, блестящий бросок в дальнюю 9. Красота. Шайба по-прежнему хозяев. Это гол. Это гол Михаила Сидорова. Как правило, он бросает в касание на силу. Здесь с кистей и явно на точность. И очень хлесткий получился бросок. Жиганов, бросок, Красоткин вступает в игру, подбор за игроками СКА, и тут, ну, просто расстрел. Расстрел от Никишина, пуля вылетает из-под его клюшки. И тут выдавили ярославцы, и Рафиков убегает, Рафиков забивает! Рафиков резко бросил с кистей и здорово попал. Вбрасывает шайбу в зону атаки. Бочаров на пятак, подбивает клюшку Аляеву. Николишин бросок и гол! Николишин из убойнейшей позиции просто расстреливает ворота Владимира Галкина. Хороший вход в зону. Николишин успел оставить правую ногу в средней зоне. И бросок. Сильный гол! Насквозь Руслан Бедан прошивает Владимира Галкина. Кетов 3-0! Айда Евгений. Вторую игру подряд забрасывает. Ну а порыв в обороне совсем плох. И вот чем ответит теперь Салават. Попытался. Попытался сначала забить Шмелев. И мощнейший бросок Михаила Науменкова от синей линии. И шайба в воротах.